внимание. Всем привет, и в этом видео покажу, как я монтирую свои видео на YouTube. Сейчас вам покажу, можно сказать, что ты, черт побери, такое несешь. Начала до конца, как я монтирую свои видео. Так, первым делом. Если захотите вторую часть, ставьте лайк и подписывайтесь, потому что я пользуюсь любой этого лави, и сам это вот этот вот Клидео у меня почти на видео включать. И так в этой Мавайве уже берет много лайков. Ну скажем, потому что Мавай более, ну, чуть поинтереснее, чем делаем я. Так, потом сохраняю, у меня есть своя папочка, я сохраняю его в JPEG формате. Я его не переименовываю, потому что я и так, ну, из них как-то один. Далее, я... это будет много своих... Так. Видео я уже свое, ну так как сказать, я уже обработал, так, этот фон я удаляю, ну точнее я уже как бы его выложил сюда, вот на эту панельку, он тут загрузился, теперь я переношу на главную панель. Тут я делаю, сейчас скажу, какую вам вещь. Сейчас. Это я удаляю. И дальше я беру, захожу вот сюда, и вот этот вот фон, который я скачал. Сейчас надо его найти. Итак, вот и перенес фон. Но он у меня вот так. То есть я, получается, еще должен вот его вниз перенести, чтобы оно было вот на это наложено. Дальше я беру. Вначале я эту часть я оставлю. Вот это вот я оставлю. Вступление. Дальше я тут. Где-то сейчас я прослушаю. Школа 5, стиль, фотки одноклассников. На этом моменте где-то. Гладенко. Поехали. Ну, это вот тут вот я обрежу. Дальше. Тут я убираю. Так, вот делаю расстояние такое небольшое. Дальше я захожу в YouTube. Ищу. Так, где-то у меня. Там тут есть. Вот, нашел. Вставляю его вот сюда. Просто вставляю, то есть переношу его. Итак. Вот сюда. Вот в этот промежуток я его вставляю. Получается у меня вот такое. Вот такая вот штука. Ну, короче, вы поняли. Просто получается такой мини-нитро. Мы посередине. И начинается у меня тут ролик. Это вот я обрезаю ненужное. Так, где тут я тоже молчу, нужно обрезать. Получается вот такой вот. Спасибо. Конечно, такой много напряжён, ну ладно. Нормально. Так. Теперь я делаю следующим образом, беру, делаю это вот так вот, ну, то есть я уменьшаю в размерах, ставлю где-то приблизительно, ну вот так вот. Вот. И делаю дальше вот такую штуку, делаю вот так, уменьшаю это. Видео длинное. Для моего канала это длинный, потому что у меня видео пока 10 минут, ну 10-15 минут. Но больше я, это для меня уже длинное видео, потому что я пока только снимаю такой вот формат. Потому что, ну, пока длинный я снимать сильно не буду. Но когда будут у меня большие просмотры и подписчики, тогда я еще подумаю.
Итак, тут я делаю надпись. Тут у меня мою нитро, вот тут вот, тут вот. Где-то сейчас я тут беру свой текст, где-то у меня тут заготовлен. Могу, конечно, новый написать. Но я уже пока пользуюсь готовым, потому что мне времени на самом деле мало. На монашу мало, немного у меня отделяется. Потому что я, как я уже говорил, в график я не успеваю. Поэтому я делаю так быстро. Стараюсь делать. Нет. Так. И еще сейчас я делаю. Так, делаю я. Еще тогда. Сейчас я найду только вот у меня. Лай. Я еще хотел колокольчик ставить, но колокольчик я не буду использовать, потому что это уже как бы сейчас не, ну, не так уж и популярно. Эти колокольчики ставить раньше были. Так, ой, нет. От меня. Короче, вот колокольчик, я просто нажимаю на него. И ну, делаю размер, как мне вот удобно, как мне хочется. То есть вот тут слишком много места. Получается вот так. Все-таки я стараюсь больше. Место уделять самому видео, потому что это ведь самое главное сейчас, ну самое главное вообще в монтаже. Главное, чтобы видео было ярко, четко видно. И ну это, конечно, не ярко, не сейчас, вот именно сейчас картинка, но из-за того, что у меня в сильно большом качестве тормозит компьютер, когда я именно это уже делал не в редакторе, а в самом видео, это у меня уже такое качество было, то есть это. Вот, тут у меня уже качество лучше. Картинка сфокусировалась, и вот так вот уже качество чуть лучше стало. Я, в принципе, мог бы, конечно, удалить тот фрагмент. Может быть, я его даже сейчас удалю, посмотрю, как там получается. Теперь вот это вот я делаю также. Так, сейчас я через диктофон записываю свой. Расскажите, по каким диктофоном еще пользуюсь для видео. Потому что я в одном месте. Короче, у меня пропал голос, то есть не слышно. И вот сейчас я тут ставлю свой голос. Аккуратненько. Да. Всем пока. Еще нужно не забыть поставить лайк. То есть вот так вот я сейчас записываю голос. Этому видео и моему. Нет, заново. Что? Я. Опять! Очень часто бывает такое, что я записываю заново, потому что как бы не всегда бывает такое, что записывается голос. Так. Угу. Пауза большая. Я вот когда малышка, какая-то ошибка, какая-то пауза большая, я всегда перезаписываю. Уже я тут говорю без сценария, я говорю, ну как бы. Ну я знаю свой текст, а говорю по своему тексту. То есть я, не как многие блогеры, у них есть сценарий, как нужно для себя приветствовать в каждом видео, чтобы оно как бы повторялось. Я стараюсь делать что-то разное. Чтобы не повторялось прям каждое видео, прям одно и то же. Как и с дизайном. Этому видео и, конечно же, моему самому первому. Так. Иногда, конечно, бывают какие-то слова там, ну, в этом диктофоне не про слово, ну, как бы, не как-то четко произносится, но сам смысл я не понимаю.
надоело этот кашель, конечно. Этому видео, и, конечно же, моему. Так, тут я сейчас немножечко приближу. Ну, то есть, вот, видео мое готовое. Приблизительно вот вот такой вот получается у меня. Сейчас вам покажу. Проблема. Сейчас, вначале все. Вот. Привет, с вами. Сейчас вот только приближу, и получается вот такое вот. Вот. Это видео, я буду снимать видео про... Школа 5, стиль фотки одноклассника, ограбители учителя глазами школьника. Ну, то есть, блин, такой вот, и получается, конечно, я еще сейчас его подкорректирую, постараюсь убрать лишние шумы там, может, стабилизирую немного, так что вот. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, и всем пока. Вот примерно такое должно получиться у меня видео. Я считаю, что получилось неплохо. Кто тоже так считает, ставьте лайк. Это видео у меня на канал выйдет через... Можешь сказать, перед этим роликом выйдет, вы можете посмотреть, но окончательный результат. И уже делать свои, так сказать, выводы. Еще нужно немного растянуть, чтобы... Убрать лишний элемент там внизу, там время и наверху, всякие водяные знаки там Ютуба. Еще раз напоминаю, что я хочу сделать видео, ну планирую сделать видео про то, как я создаю свою превью и аватарку для Ютуба. Для этого вы должны поставить лайк. Вот я вам показал, как я монтирую видео вот в этой программе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!